Для воспитанников детского дома в Андреевщине новогодние праздники – время исполнения заветных мечтаний и традиционных встреч с шефами в погонах. Однако нынешней зимой впервые за 12 лет утренник пришлось отложить. Вы знаете, традиция на Новый год – детям приезжает министр обороны, поздравляет их с наступающим Новым годом, дарит им подарки. В связи с эпидемиологической обстановкой мы сегодня не принимаем у нас гостей в нашем Андреевском детском доме. Хотелось, конечно, дождаться лучших перемен, и мы встретимся здесь с Виктором Геннадьевичем и с другими нашими гостями в 2021 году. Оставить детей без внимания военные не могли. Министр обороны Виктор Хренин записал для ребят видеопоздравления. Праздничной атмосферы добавили солисты академического ансамбля песни и танца вооруженных сил и вокальной студии «Звездочка». Они презентовали известную композицию в новой аранжировке. Я хочу, чтобы сбылось мое желание, чтобы были все близкие рядом, чтобы у всех сбывались даже желания. Ну и... Когда я увидела по телевизору, как министр обороны рассказывал все, я ему хочу пожелать того же самого. И песня была тоже красивая очень. 13-летняя Люба Олейниченко – призер нескольких вокальных конкурсов, поэтому на импровизированном утреннике спеть самую главную песню доверили ей. Девочка верит, новогодние желания сбываются. Наилучшая подруга, она со мной меня поддерживает везде. И Новый год – это для меня счастье. Во время репетиции утренника у ребят родилась идея записать ответный видеопривет. Все они точно знают – встреча с шефами в погонах не отменилась, а просто перенеслась. Так что совсем скоро дети обязательно отправятся в поездку в Минск. Александр Питкевич, Светлана Смык, телекомпания «Воен ТВ». Специально для программы «Наше утро».